Тюмени уже начали вручать традиционные продуктовые наборы ветеранам Великой Отечественной войны. В них входят тушенка, сладости, масло и другие продукты. Каждому ветерану набор доставляют к 9 мая на дом. К 9 мая специалисты планируют посетить 4700 человек. Сегодня они побывали в гостях у 96-летнего участника Великой Отечественной войны Николая Иванцова. Ветеран гостей не ждал, поэтому визит представителей Департамента социального развития стал настоящим сюрпризом. Спасибо. Приятно, что не забывай. Это самое главное. Всем желаю хорошего здоровья, мира на земле, вечного мира. Пусть будет единая Россия. Вот тогда мы будем хорошо жить. Всем желаю только добра. Помимо продуктовых наборов, в Тюменской области для ветеранов предусмотрены выплаты. Выплату в текущем году получат 50 тысяч ветеранов. Это в том числе и дети погибших участников войны, а также граждане, родившиеся по 9 мая 1945 года включительно. На данную выплату предусмотрено 154 миллиона рублей.